Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 11, урок 24. Реши уравнение. А. Х минус 1,1516 прибавить 7,1316 равно 8,1 плюс 4,9. Первым делом мы сложим два смешанных числа в правой части. То есть к 8 целым прибавим 4 целых, получится 12 целых. 1,16 плюс 9,16 будет 10,16. Затем мы увидим, что у нас неизвестно первое слагаемое. Х минус 1,1516. Чтобы найти неизвестное слагаемое, мы должны из суммы 12,1016 отнять известное слагаемое 7,3. И мы узнаем, что наше неизвестное первое слагаемое равно 12 минус 7,5, а 10,16 минус 3,16 это 7,16. В данном простом уравнении у нас неизвестно уменьшаемое. Для нахождения уменьшаемого мы должны к разности прибавить вычитаемое, то есть к 5,7 прибавить 1,15. Сложим целые части 5 плюс 1, и мы получим 6. 7,16 плюс 15,16 это 22,16. Выделим целую часть из нашей дробной части. Для этого 22 разделим на 16. Получим 1 и остаток 6. Итого у нас получается 7,6. Х равен 7,6. Уравнение Б. 15,3 отнять 4,11 плюс Y равно 7 минус 1,9. Сначала выполним вычисление в правой части нашего уравнения. Для этого мы число 7 представим в виде смешанного числа 6,28. Мы заняли у 7 единицу и представили ее в виде дроби 28/28. А теперь выполним вычисление. 6 целых минус 1 целая. Получится 5 целых. 28/28 отнять 9/28. Получится 19/28. В данном уравнении у нас неизвестно вычитаемое. 4,11 плюс y. Для нахождения вычитаемого мы должны от уменьшаемого 15,3 отнять разность 5,19. Мы видим, что от 3 19 не отнимешь, поэтому мы должны выполнить преобразование. У 15 занимаем единицу и представляем ее в виде дроби 28/28. Добавляем 28/28 к имеющейся части 3/28 и получаем 14 целых, так как у 15 одалживали единицу, и 31/28, так как 28 плюс 3 будет 31. А теперь выполним вычисление. 14 минус 5 будет 9 целых. 31 минус 19 получится 12. Мы получили 9,12. В данном простом уравнении у нас неизвестно слагаемое. Чтобы найти слагаемое, мы должны от суммы от 9,12 отнять известное слагаемое 4,11. 9 минус 4 получится 5, а 12,28 отнять 11,28. Мы получим 1/28. Y равен 5,1/28. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.